Да стой, твою мать, я упал. Всем привет, Слад и... Олег. Славку Осбургер. В общем, ребят, вы помните то видео, там, где я испытывал баг на сервере SkyWars, на Майнбарсе? Так вот, на Вэдварс есть такой же баг. И сегодня мы со своими друзьями, а точнее это друг, а это мой брат, Олегом и Славкусом будем испытывать этот баг снова. Мы будем там снова строить дома и будем прятаться от людей. То есть, ну, мы не останемся один на один там. Давайте начнем. Ну что, ребят, в общем, вот первый катк уже скоро начнется. Хотел вам сказать заранее, Слава будет играть с читами. Не знаю, как это нам поможет, но вроде поможет. Да, Слава? Да, потому что тут в Майнбарсе столько читеров, как это... Ну что, ребят, вот началась наша первая катка и... Погнали, да! Я так понимаю, эта катка не самая та, которую мы ожидали. Так, ребята, давайте я попробую промунволкать блоки. Давайте промунволкаем, да, Слава? Пацаны, смотрите, как... Ну что, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, с вами был Владом, всем пока. Посмотрите, как надо. Уходите отсюда, смотрите теперь на мой профессор. Ты тварь, блин! Вот это мунволк. Видали? А где кровать должна быть? Там, здесь прямо на базе. Ребята, я пошел на красных сразу крашить. Тут нет, тут золото не спавнится. Это такая карта, где не спавнится. Где? Вот тут читать. Пацаны, сейчас подрожу, сейчас красок, тупо заражу. Минус красный. На нас синие пошли, а синие читеры. Пацаны, минус красный. Меня прет, меня прям... Ой, нам прибежали, к нам прибежали. Да блин! Вот. Фигарим. Че, кровать синих сломали, как раз отомстим. Нашу тоже сломали. Да, но мы, как всегда, ничего не прятали, нам всем лень, да? Ну, я, как всегда, упал. Ну, а нафиг надо? Так, так, я сейчас закупаюсь. Я вообще... Да супчик. Выпала. Супчик? Да, блин! Ну что ж, вот начинается наша следующая катка, и как вы видите... Тут нет кроватей. Вот она. Пацаны, я с читами. Я крутой в чате написал, чел. Пацаны, смотрите, там уже достроились люди. Так они читеры, чё, я думаешь, не видел, да? Вот я сейчас подлечу на фрейками, по жопе им надаю. Я сейчас буду, я сейчас рисковать своей жизнью буду. Ладно, к нам читер идёт. Ну погнали нахер! Все. Мы справились. Ну чё, я иду на центр. Чё у нас там? Опа, там синий, хера их там. Там читер красный жестко на шифте их бьет просто. Тупо бан. Это просто бан. Три сердечка. Пацаны! Дай чё надо? Пацаны, убивают! Давайте помогу. Три сердечки. Убил читера, пацаны, убил читера. На хавку. Ребята, я иду на красный. У меня есть еда. Ты читак. Да господи, он не... Это ты читак. Так, нам бегут, по-моему, не? Это наши? Не наш бежит. Не наш бежит. Я его скинул. Пацаны, строится вверх какой-то хер. Он, короче, на стол. Да я вижу, я его луплю. Пацаны, бегу на красных. Блин. Все, я сломал кровать красных. Что-то не верится. Меня сейчас кинут. Блин, меня кинули. Меня кинули. Пацаны, там синего вижу. Я сейчас на синих попробую пойти. Наконец-то ты начал увидеть. Пацаны, подождите. Я побежал к ним. Желтая, здрасте. Слышишь, куда золото собирать? Так, идем. Я сейчас попробую теперь на тех пойти. Надо придумать очень хороший план. Тихо. Короче, у нас есть куча штанов. Я случайно штанов кучу купил. Вот это я понимаю комбо. О, пацана тоже чит. Потому что у меня читер тоже опознает. Да ну нафиг! Ребята, мы кровать не застроили, вы заметили? Мы опять кровать не застроили. Ну и на красный пошел, они там лохи уже. Я взял блоки и застрою. Все, пацаны, я сейчас вас добью, да? Влад. А, чё? Я кучу блоков. Капец, они жесткие, слушай. А, второй нет. Все, пацаны, я красных добил жестко. Ай, ко мне синий пришел. Минус. Я прям иду, просто иду. Читером быть так хорошо. Ты гений, Слав. Да. Спасибо. Пацаны, кровать сейчас сломаю, кровать сломаю. О! Кого сломал? Желтых. Сейчас читай. Так, я пошел на желтый. Опа, здрасте. Все. Баба, куда пошла баба? Ой, я синих начинаю. Опа, я синих. О, фига, у меня бронзы. Ладно, беги на синих. А где синие? Не работает. Где синие? Они меня сейчас убьют. Да, да, они у меня килауры не работают. Дебильные килауры. А, у меня же чит есть, точно. Слава, давай. Нет, ты вообще...
Влад, на, возьми себе эту кучу бронзы. Да у меня куча и так бронзы. Да какие куча бронзы? У меня до хрена бронзы. Ха, я их убил. Все, последний остался. Все, я убил! Ну вот, ребят, начинается наша следующая катка, и да, давайте снова посмотрим, если вы... Не, я не вижу... О, да, есть! Лад, как есть! Это читы подрубал? Чё, есть? Иду. Сатана, как ты читы подрубил сразу? Вон там вот блок, вон я... там вот... Вон там вот. На shift нажал, включил читы. Вон блок, вон там, вот, вот там блок. Я вижу. Подожди, там, дай. А, во, вижу. Вижу, пацаны, вижу, да? Я надо дальность прессовки. Пацаны, тупо строимся туда, пацаны, тупо строимся. Я подсказал, говорите мне спасибо. Да. Быстрее, пацаны, быстрее. Спасибо. Вау, собираю блоки. Слав, ты просто гений, я тебе отвечаю. 60 брод, тупо, сейчас такой замутим просто. Кирка куплена, кирка. Пацаны, тупо сейчас строим. Можно было туда залезть, короче, и за собой сломать. Да, знаем, я будешь строить, я буду ломать, чтобы к нам никто не залез. Пацаны, только хавку нужно мне, боже. Очень много. А как вы теперь? Я, короче, наверное, ведро воды, чтобы спуститься. Я упал, пацаны, но у меня блоки почти закончились. Ну, 25 песчаников, правда. Иди сюда. Но у меня было 2 стака, так что я нормально просрал, пацаны, для первого раза. Я просто фастбриджингом. Ладно, иди сюда, у меня есть блоки. Иди ко мне. Проход у нас где? Идите, я просто мост буду ломать. Дай сюда блоки. Не, пока не ломай. На тебе половину. Окей, давай. Пацаны, там блок, я уже почти просрался. Есть способ проверить. Слава, ты копи блоки. Мимо, чувак. Слава, блоки копи. Слава, там доска, там блок доски просто, там деревянный блок, пацан. Я нашего скинул, алло. Ты чё закрываешь? Нет, не надо было это делать. Кто это делает? Поставь обратно, на, поставь. На блоке, у меня есть. У меня нету вещей вообще никаких, дай мне блоков. У меня есть, чтобы не залезли. Дай мне блоки. Так, дайте мне очень много ресурсов, у меня вообще нет ресурсов, ни одного. Пацаны, держите, нагрудники. Блин, у меня нет бронз вообще, Сатана, дай мне хоть что-нибудь. Вставай рядом, там ты ее не поднимешь, иди сюда, там не поднимает. Пацаны, у меня 5 стаков блоков, нормально? Фига, нормально. Нифига у меня FPS, 152. Да у меня вообще больше. Это как будто... Это как... Пацаны, там другие строятся! Там другие строятся тоже на этот блок! Я шемечку. Пацаны, паразиты идут к нам. Пацаны, все, ребят! Где взять железо? Где железо? Вон там, спереди, в том острове. У меня 3 стака блоков почти. У меня 2 стака, еще половина стака. Я пошел за стаком. Ребята, нету ведра воды. На меч. Погоди, давай. Может быть лестницу, пацаны, лестницу? Я меч выкинул, твой блядь. Так, у меня... Я сейчас, смотрите, что я куплю. Я куплю защитную стенку, окей? Пацаны, есть лестница. Купай. Защитная есть стенка куплена. Здесь нет лестницы. Слав, тут лестницы нет. Сундук надо. А? Ребята, там чел. Ребят, кто-нибудь рискните, я не хочу упасть. Я говорю, где на он? На нас стреляют, пацаны, на нас стреляют. Пацаны, здесь золото. Все, давайте простраиваться, блин. Сейчас пол ролика будем собираться. Сейчас будет уже война мировая. Погнали. Мне лук надо, пацаны. У меня не только меч, броня и кирка и блоки. Много блоков причем. У меня динамит и защитная стена просто. Идемте, в общем. Куда? Идемте на ту платформу. Блин, ты где? Я иду туда, на ту платформу. У меня самый лучший лут, пацаны. Ребята, есть такой шанс, что я умру? У меня 3-й уровень брони. Влад, у меня, короче, и меч жесткий, и кирка жесткий, и, короче, все. Так, Слава, нам нужно спуститься, я покупаю гэппл, в общем-то. Ребят, пока что, смотрите, пока что там еще все тихо вроде. Я покупаю интерняков, пацаны. 5 интерняков у меня уже есть, я просто буду копить их. На всякий случай, это так. А это какая команда, которая там лестницу вот эту построила? Там какая команда сейчас находится? Ребят, в общем-то, я покупаю гэппл, я сейчас рискну своей жизнью, я упаду, надеюсь, я не умру, окей? Не надо, лучше я... Слышишь, подожди, сложи в сундук сначала резы. А, да. На этой штуке? А если ты не умрёшь, то сразу просто как бы не падать. Идём. Дай мне сундук. Я сам куплю. Пацаны, у меня лук 1-го уровня, меч 3-го уровня, кирка 2-го уровня, кольчуга 3-го уровня, ещё 2 кольчуги. Смотрите, что я сделаю. Я вам помечу то, что я вот падаю, и потом я буду вверх строить. Вот, 9 жилета. Так, я оставляю себе 16 блоков примерно. Так, тихо, не трогать, не трогать сундук. Сундук не трогать, пацаны, не трогать, понятно? Пацаны, тихо! Тихо! А у меня 2 сердечка, пацаны, у меня 2 сердечка тупо! Блин! Блоки не ставятся? Да, только если вот в эту сторону.
Да-да-да, построй тогда там, построй платформу, построй платформу. Так, в общем, купи мне ботинки, Олег, Олег. И меч еще, меч. И кирку. Меч, ладно. Я тут там депадать уже надо. Ломай за собой блоки, за собой блоки. Ты взял мне меч, да? Да-да. Меч, кирку. Да. Красавчик. Я не могу понять, что это за команда там. А, это синие? А синие живые, там один синий остался. Так, ребята, давайте делать домик. Мы будем делать кучу этажей. У кого сколько блоков? Ребята, складывайте в этот... У меня три сундука. Складывайте в этот сундук все блоки, все блоки. Ребята, смотрите, что я делаю. Дайте мне кирку. У меня есть эндерняки 11 штук. Дайте, я построю нам пол, чтобы мы случайно не сломали его. Сейчас. Олег, ты с читами играешь? Я да. Да, он уже давно как с читами. Что-то я не заметил даже. Пацаны, в общем... Ай! Сатана, вот ты дурак. Я сейчас все куплю, я вам сейчас всем все куплю. Извини, я не это. Слава, зачем тебе кирка третьего уровня, если она ничего такого особенного не ломает? Она всего-то на удачу. Ребята, у меня очень, чтобы вы понимали, у меня очень много бронзы. Это, кстати, хорошо, то, что меня скинули. Но в каком-то случае хорошо. У меня нету вот этих всех самых плюсиков, которые я взял. Ну, это динамиты. А у меня, кстати, ловушка есть. Так, я, в общем, я сейчас беру очень много железа. Я нам куплю снова то же самое. Ту же самую хрень. Так, я покупаю один гэппл. Ребята, я пошел к вам строиться. Я поверить не могу, что я сейчас строюсь нуб-бриджингом. Все, пацаны. Стоп! Мы же желтые! Пацаны, мы желтые! Пацаны, стройте мне дорогу! Я срочно вам говорю. Владик, я бегу к тебе. Сразу ломайте, бегу. Владик, я сзади. Стой на месте, Влад. Все. Влад, давай, тихо. Давай я буду ломать. Не, если поставь. Я упаду, то все будет нормально. А, давай, кстати, давай. Так, что он... что здесь такое? Падай, Влад. Че, а как же второй этаж? Мы же тут домик строим шикарный. Да есть второй этаж, тихо. А третий, давай. Третий. Зачем третий? Просто. Я вот так вот поставлю нам пол двойной. Это так, вы сами понимаете, вы за что. Угу. Это вот он вам, нормальный пол. Пацаны, к вам блоки падают. Пацаны, я делаю нам новую комнатку. Двойная защита у нас активирована. Так, все, я все красиво сделал. Ребят, смотрите, осталось 7 минут, что будем делать? Там какой-то чувак к нам строит. Че, уже строится? Давай я популяю. Что там тут? Никто не строится. Ребят, к нам кто-то строится, серьезно? Смотрите, что, я сейчас нам такую удобненькую сделаю. Смотри, вот тут такой вверх пойдет, да, вверх. Можно вот тут просто стоять и стрелять. А там кто-то базу сверху сделал, смотри, просто вверх, вот так вот, вверх целое. Если что, я на балкончик сделал, балкончик готов. Так, Слава, да не надо, что ты делаешь, вот тут не надо было. Я наверху балкончик еще один построил. Вот я вот тут нам такую дырки сделал, чтобы мы могли сразу не по лестнице. Ай, ты бежишь, успокойся. Защитная стена, сами знаете. У меня лук есть, Влад. Это все я положу в наш сундук. Складываем в верхний сундук все блоки. Складываем. Защитная стена у нас... Если что, кирка на удачу один вот у меня есть. Кирку положил в сундук. Вот тут вот такие вот этажи, да, ребят. Давайте вам устрою рум-тур. Зеленый сломали. Я лук выбросил, куда? Удалено 415 предметов. В общем, ребята, давайте начнем наш рум-тур. По вот этому домику. Давайте начнем. Вот это наш вход, то есть это наш первый этаж. И вот тут вот наш сундук. Здесь ничего нет, это просто лишний сундук. Надо его сломать. Вот мы сломали наш сундук. И что у нас идет? Вот тут у нас, как видите, вот это место. Вот тут вот простенько, вот так вот все. А вот тут пулять, если это снизу, вот так вот, если так. Это у нас второй этаж, вот такой вот, да. Окей, так, что у нас тут? У нас тут склад вещей. Давайте я вам расширю сундук. Не в ту сторону, извиняюсь. Чувак, дай лук. Ребят, вот и подходим к нашему третий этаж. Вот такой вот третий этаж. Знаешь, у нас... что было? Знаешь, что было? Я, короче, случайно кинул лук, и было написано... Видо. Вот такой вот красивый вот видочек с балкона, да? Вот отсюда пострелять можно вот так вот. Если что, у нас есть защитные стенки, если что.
Что у нас идет вот на первом этаже? Как видите, у нас были проходы. И тут у нас была лестница. И тут две дырки. Вот такая вот лестница на подъем вверх. И дырочки. И дырочки, чтобы... Если это на крайний случай, если надо прыгать прям вообще очень сильно. Если прям мы не успеваем, надо прятаться вот внизу. В общем, ребят, на этом наш обзор заканчивается. Всем пока. У меня майн крашнул. Ты вылетел? Ты серьезно? Каким образом это у тебя произошло? Я не знаю. Я, короче, в настройках случайно что-то нажал, у меня майн. В общем, ребята, давайте будем испытывать наши защитные стены. Что у нас это, как это работает? Опа! Ты скажи, что я вылетел, пожалуйста. В общем, наш друг вылетел. Слава, не надо. Сейчас мы будем тестить Тинти. Слава, уходи. Это удачно было. Серьезно, вот так вот? Это все? Это вот я вот это покупал? Поджигай, Слав. Что у нас? У нас 25 секунд. 25 секунд. Оно взорвалось. И чё? Не то. Ничего. В общем, давайте, ребята, успеем израсходовать все наши вот эти все наши вещи. 15 секунд. Ребят, давайте очень красивый видок. Прям очень встать красиво надо. Все, 0 секунд, пацаны. 6, 5, 4, 3. Ну что, пацаны, давайте, спасибо. Очень хорошая игра получилась, давайте. Ну что ж, ребят, вот и подошел этот ролик к концу. И, как вы поняли, игра закончилась из-за таймера, который, стоял там. Давайте наберем под этим видео 30 лайков, да, для РП. В общем, ребят, с вами был Владон. Дебил, Слава или Олег? Всем пока! Пока!